Всем привет, друзья мои хорошие, с вами спикер М.А. Форости. Мы идем в бункер. Мы находимся уже рядом с бункером и будем его открывать. Так, ну конечно, я не сохранился, тут негде сохраниться. У меня нет читов, чтобы сделать можно было домик и сохраниться. Мы идем без сохранения, даже не знаю, что нас там ожидает. И, конечно, будет очень довольно... Так, есть рисунок. Этот рисунок, конечно, мы смотрели уже очень много раз. Он у нас висел на стенке. И вот наш бункер, к которому можно подойти, конечно же, и его просто пощупать. Ну, для начала просто пощупать, потому что раньше нельзя было подойти, и теперь можно его пощупать, потрогать, даже попинать маленько, хотя у нас нет такой функции. Хорошо, уже у нас есть ключик такой. У нас есть волшебный ключик, с помощью которого мы открываем двери. Давай же. Зеленая стрелочка, откройся же. Ох, май гад. Какая красота. Вот это потолки. Да, потолки, конечно, отвратительно, но, в принципе, тут есть электричество. Это уже найс. Это реально уже круто. Такая тень от мушкета. Реально такой мушкет большой. Хорошо, идем дальше. Что у нас тут есть? Ой, жесть, у меня аж мурашки по телу. Так, у нас есть веревка, может подняться по веревке. Все-таки следую сначала первый этаж. Хотя кто у нас. Ох, у нас есть банка краски. Можно, конечно, покраситься уже. А можно не краситься, кстати. Даже не знает, краситься либо не краситься. Краситься либо не краситься. Хорошо, не будем краситься, мы уже пойдем в своем виде. Мне, конечно, все равно, кто у нас там будет, но, возможно, краска нужна нам пригодится. Так, поднялись наверх мы, и что у нас есть? Влево, справа. Можно пройти здесь? Нам нужно пройти влево, вправо можно. А что у нас есть с картой? Мне интересно, будет рисовать у нас карту, либо нет. Мы находимся, где у нас... Я даже не пойму, где находимся. По идее, должна быть красная отметка. Нет, непонятно, где находимся. Так, есть проход у нас тут есть, и есть проход там. Хорошо, мы, наверное, пойдем в ту сторону. Все-таки, наверное, на банку надо было все-таки взять. Так, у нас просто... У нас... Ох, сколько костей. Так, его все соберем. Конечно, все будем брать, потому что нам очень все пригодится. Здесь уже негде будет чего-то брать. У нас есть динамит, в принципе. У нас есть коктейль молота, у нас динамит. И, в принципе, все. Найс. Такое-то белое полотно у нас появилось. Довольно прикольно. Раньше такого не было. Хорошо, идем дальше. Что у нас тут будет еще интересно? Так, мы проходим уже по самому верху. Какая тут мертвая тишина. Даже не очень-то привычно. Обычно у нас птички чирикают и все дела. Так, хорошо, наверное, просто спрыгать нужно. А вот обратно, видимо, уже никак, друзья. Даже как-то маленькая шутка. Хорошо, идем дальше, только вперед и ни шагу назад. Так, у нас даже есть... У нас есть дверь, которая сами открывается. Это круто. Так, что у нас? Есть еще вниз спуск. Это, конечно, круто. Хорошо, это дело мы заберем. Девочка, кажется, мне знакома. О, сколько тут девочек-то. Есть еще одна банка краски. Видимо, у нас просто напрашивается покраситься. Не, все-таки не будем краситься, мы будем такой же белый и пушистый. Ну, хорошо, спускаемся. Так, у нас спустились вниз. У нас тут ничего нету. Какая-то просто тряпка. Хорошо, уже поползаем. Какие-то ведра. Так, слева-справа. Ну, пойдем на левую сторону. Так, у нас, походу, кто-то и проживает. Ох, роботы. Здесь, походу, у нас был Тимми. Да, очень похоже. Тут у нас есть игрушки. Так, хорошо, мы все дело заберем. Таблетки нам пригодятся. А вот таблетки как раз... Ух, сколько. Сразу 4 штуки. Это круто. Есть подушки, есть игрушки какие-то. И комиксы. Все-таки у нас, походу, здесь был Тимми. Конечно, хочется уже проверить полностью. Что да как. Ключи как бы воткнуты. Прикольно сделано. Какое-то журчание вроде было. А у нас есть веревка. Давай-ка прям по веревке. И что у нас? Пока что у нас всего лишь один проход. Мы идем по одному проходу. И мы попадаем в какое-то помещение. Обалдеть-то. Так что у нас есть кулер. И можно попить водичку. Да, попили. А еще разок можно? О, как он хлебает-то. Нормально. У нас есть компьютер, который можно уничтожить. Эти нам знакомые текстурки, конечно же. Их можно просто уничтожить. А вот столики и стулья все-таки, конечно, добавили разработчики. Это, в принципе, круто смотрится. Так, поверху. Так, по тоже можно собрать. И вот, походу, тут какая-то кафешка такая. Так, можно поесть даже. Ну, похлебаль. Походу, кофеек. Кофеек там тоже подходит. При этом, да, у нас есть кофе, тут чай. И очко даже какое-то есть. У нас есть еда, можно поесть. Ну, похрумкали нормально. Так, у нас автоматы.
Так, походу здесь нужна денежка. О, друзья, вот для чего нужны были деньги. У нас, знаете, сколько денег? У нас денег просто уйма. У нас 331 бакс. О, интересно, а можно еще раз сделать? О, еще один, прикольно. А можно еще раз? Походу не работает уже. А если заберем? Заберем пепси-колу. Да, больше не работает, видимо, осталось всего лишь 2 пепси-колы. Видимо, для Тимми и для меня. Так, что у нас тут? Вот для чего нужны были деньги. Так, у нас тут не работает ничего. Видимо, уже не работает функция. Но у нас, по идее, есть еще деньги. Да, у нас 331 бакс, но деньги все-таки, видимо, уже фальшивые остальные. Хорошо, у нас есть уже парочку газировки. Ну, тут реально какое-то полотно у нас, вижу, появилось. Справа, слева. Раньше такого не было. Тут реально интересно все это дело исследовать. Так, можно попить. Реально можем. Тут можно просто реально круто жить. Кафешки у нас, кастрюльки. Так, можно залезть уже и наверх. Ну, конечно, мы уже привыкли за 151 день. Как аборигешка, по столу лазить. Нужно как-то уже цивилизации переходить. Так, хорошо, у нас очень много компьютеров. Просто реально пришли сюда, все это дело разломали. Видимо, чьи-то компьютеры, а мы просто разломались. Так, что у нас есть еще тут интересно? Можно попить. Ох, сейчас нахлебаемся. Интересно, а где у них туалет? Нормально. Так, похлебали тоже. Микроволновка. Хорошо, идем дальше, что у нас есть. Есть еще интересно вот здесь. Стулья наверху у нас есть. Видимо, по трубу можно все-таки нам забраться наверх. Мы все-таки исследуем полностью этот этаж уже, и потом, если что, поднимемся на самом верх. Так, у нас тут, по идее, должны какие-то двери быть. Какие двери? Мы же уже реально аборигешка. Можно пройти уже. А у нас не пробивается. Я думаю, можно бы как-то это стекло пробить. Да, у нас двери не открываются, видимо, и все-таки нужно подняться наверх уже по трубе. По трубам. Ох, можно присесть. Реально можно сесть на кожаный диванчик. Это не какой-то там... Обалдеть, слушайте, реально тебе комфортно. Чувак, тебе реально комфортно? Обычно мы сидим на каком-то пеньке... Можно и сюда присесть. Ох, можно и даже и в кресло сесть. Хо-хо, это круто. Официант, пожалуйста, парочку кофе. И хот-догов. Хорошо, что у нас? Стулья, стулья. Реально можно принести уже, наверное. Так, у нас есть денежки. Готово. Ну-ка, еще раз. Ух, и готово. Еще раз, можно? Да, третью готово. А четвертую? Нет, четвертую уже нельзя. Видимо, здесь 3 штуки осталось. Хорошо, мы дело заберем. Сколько у нас уже пепси-кола? А тут у нас не работает. У нас, по идее, там... Ох, у нас там шоколадки. Эх, была не была. Нет, нельзя прорубить, жалко. Сколько осталось денег? А деньги, кстати, у нас не уходят. Видимо, другая валюта какая-то. У нас есть монеты. У нас 24 монеты. А раньше было гораздо больше монет, кажется. А по идее, да, должны быть монетки сюда. Ну, нарисованы вроде бумажные деньги. Хорошо, пойдем у нас дальше. Что у нас? Ну, в принципе, мы тут все исследовали. Сумки у нас не открываются. Так, это звук у нас стульев. И придется уже подниматься на самый верх. Плакатик, за ним ничего у нас нету. Хорошо, у нас есть трубы такие... По которым, по идее, можно забраться. Секундочку, у нас есть такой подъем. Вот так цивилизованно поднимаемся на самом верх. Ну что у нас? Да, можно подняться наверх уже. И посмотрим, что у нас ожидает дальше. Столовая мне реально понравилась. Особенно эти кресла и стулья. Так, ключи, ключи. Видимо, у нас здесь какой-то ремонт нашел. Видимо, у нас там течет водичка. Да, очень похоже. Так, можно спрыгнуть вниз, а у нас там дальше ничего нету. Ну хорошо, прыгаем вниз. Даже не знаю, а как у нас потом обратно уйти. Ну хорошо, прыгаем у нас. А у нас здесь, походу, какая-то игровая комната. Ох, май гад. Какой бардак. Да, мы все-таки упали. Хорошо, мы можем смотреть, что у нас тут будет уже. А у нас тут, видимо, так, журнальчик есть. Можно почитать. Хороший журнальчик, не порванный, конечно же. Хорошо, что у нас? А у нас есть двери. Есть двери, и нам нужен кодовый замок. Так, секундочку. Нам нужно реально кодовый замок, но как-то нет такой функции, чтобы написать какие цифры. Хорошо, посмотрим, у нас и какие-то рисунки на стенке, игрушки, кораблики. Мне нужно, по идее, какие-то припасы. И, конечно, понять, был здесь Тимми или нет. Но, в принципе, очень все детское какое-то. Детские рисунки нарисованы. Какие-то ужасы. Ух, жесть, а здесь, походу, реально какое-то было мясо. Так, есть у нас игрушка для мальчика и есть игрушка для девочки. Походу, у нас были дети. Так, есть тряпочки. Вот то, что нужно. А вот эти робот. У нас, по идее, тоже есть робот, но у нас недоделаны роботы. Какой-то я плохой отец. Даже робота не собрал. Хорошо, убери робота уже обратно, возьмем катанку. Кто знает, кто у нас тут еще ожидает. Так, ну идем дальше. Так, здесь, походу, уже было какое-то мясо. Ох ты, да, тут, походу, у нас... Как успели уйти вовремя. Так, какие-то черные. Ну, нормально. Можно, по идее, взять вот так. Вот так палочку. Ух, как залетел там прям в меня. Вроде наискосок. И уже таким макаром просто. Он готов. С одного удара, в принципе, готов. Там какое-то песчание все идет. Так, на так. Так, ты мертвый. Ты мертвый, и эти остальные тоже мертвые.
Какие-то черные даже. С ума сойти. Там у нас никого нету. Здесь у нас есть какой-то проход есть. Обалдеть, здесь реально можно путешествовать просто и реально можно заблудиться. У нас есть такие какие-то ящики интересные, можно их уничтожить? Нет, они нельзя их уничтожить. И давайте посмотрим, что есть еще у нас. Пардон, сделал беспорядки. Так, у нас есть какие-то игрушки. Это у нас, видимо, какая-то была игровая. Так, у нас там черные мутанты. Обалдеть. Это черные аборигены какие-то. Видимо, здесь реально были какие-то эксперименты. Но все мертвые, значит, у нас эксперименты вырвались и все это дело уничтожили. Так, зажигалку. Так, двери у нас не открываются, у нас, по идее, еще по ту сторону есть. Конечно, мы это дело все исследуем и найдем что-нибудь еще интересное. Так, у нас есть проход дальше. Ох, здесь сколько трупов-то. Так, секундочку, мы не исследовали с той стороны. Как раз вернемся и посмотрим, что у нас там есть там. А потом уже и продолжим дальше. У нас, по идее, тут какие-то комнатки есть. Так, здесь можно зайти. Вот как раз от стороны у нас какая-то была даже записка. Значит, тут довольно интересное будет. Так, все мертвые. Все мертвые, ничего подобрать нельзя. Интересно, что это такое? А, это маленький у нас. Маленький, черненький, думаю, чья-то головешка. Так, у нас есть вещи. У нас реально появились вещи. Слушай, друзья, это круто, это кофта. Это кофта, которую можно одеть. Я не вижу, это кофта, честно сказать. Это, видимо, просто тряпки какие-то. Но я, конечно, хотел одеть бы кофту, но кофты я не вижу. Подобрали кофту. Она у нас не оделась. У меня какая-то белая футболка с рисунком каким-то синим. Да, кофты я не вижу никакой. Хорошо, идем дальше. В принципе, мы уже подобрали какие-то вещи. Это уже круто. Так, идем дальше. У нас, по идее, должен быть проходик. А возможно, нет, есть проходик. И можно было просто пройти. Ух ты, май гад. Там, походу, какой-то мутант. Да, здесь можно было пройти. Сколько здесь трупов-то? Ах, у нас это, походу, паучихам. Жесть. Здесь мутант обитает. Это что-то новенькое. Ну, пока что он спокойный, так не очень-то агрессивен. У нас очень мало КП. Так, хорошо, мы, наверное, возьмем таблетки. И нужно взять, наверное, сделать бронь. Хотя, черт его знает. Хорошо, наверное, взять коктейль Молотова. Давай, друг, поджигай. Сейчас выпьем за твое здоровье. Так, пока что стоит на месте. Мы, наверное, это дело бросаем. Пускай маленько погорит. Первый удар за мной. О, пошел дождик. О, вот это противопожарная, конечно, фигня. Он сразу потушился. Да, он вышел оттуда. Теперь можно это дело поджечь еще разок. Слушай, реально круто сделано. Как они проделали этот бункер, разработчики. Куда пошел? Вернись обратно. Пускай маленько погорит. Так, давай еще раз поджигай. Это круто, мне реально все это нравится. Этот бункер стоит того. О, друзья, что побывать здесь? Назад, отскан. Он просто взял и упал. Довольно очень быстро. В маленькой даже колбасит как-то. Он какой-то весь черный. Вот это, конечно, функция очень найсовая. С противопожарной фигней. Интересно, а еще так будет работать? Так, мы поджигаем. Да, вроде подожглась, но она не работает. Сейчас проверим еще разок. Ну-ка, давай-ка, заиграйся. Ох, да, друзья. О, это реально такой дождик получается. Это прикольно. Она работает по всей, да, по всей длине. Это прикольно. Главное, что это все дело работает. И разработчики на день поработали. Хорошо, что у нас тут есть? Игровых, слишком много игровых комнат. Видимо, какие-то были эксперименты над детьми. Игрушки. А почему такие большие мутанты, если эксперименты над детьми? Так, у нас есть еще одна кофта. В тряпке ее, конечно же. Куда же еще? Наш, походу, главный герой уже необычный человек. У нас какой-то аборигешка. Кофты я не вижу. И просто появилась, наверное, тряпка. У нас 924 тряпки. Что может быть прекраснее? Так, есть кастрюлька, есть югер. Я не вижу все-таки кофты. Кофты нету. Хорошо, уже обойдемся без кофты. Мы в футболочке. А, здесь, видимо, какой-то у нас завал. Секундочку, это, видимо, чьи-то какие-то ноги, руки. Обалдеть, это что такое? Это, видимо, чья-то плоть. Жесть. Хо-хо, какая-то лишь мурашки по телу. Это что такое реально? Хорошо, идем дальше. Это реально очень... Как-то очень даже странно. У нас, походу, какие-то мутанты. Мутанты на тележке. Даже пройти-то не могу дальше. Словно какая-то невидимая стенка. Ее можно уничтожить? Нет, его нельзя уничтожить. Нам нужно, видимо, подняться выше. Пока что у нас всего лишь один проход. Нет никаких дверей запасных. И просто идем по линейному сюжету. Так, что-то есть. Так, есть записка. У нас есть книжка. Окейшки, понятненько. Пойдем дальше. Так, у нас один проход. Тут у нас все делается завалено.
О, музычка, цивилизация, это уж что-то, что-то с чем-то. Так, есть рисунки, можно подобрать. Один рисунок, это, видимо, уже... Походу, девочку зовут Меган. Сейчас проверим. Он музычка играет уже, значит, ближе к цивилизации. Так, секундочку, мы упали вниз. У нас, по идее, там не было прохода, и деваться нам некуда было. Так, двери работают, значит, в принципе... О, есть кулер. Цивилизация, конечно же. Попьем водички. Либанули. Так, видимо, все-таки какие-то были эксперименты. Ну, конечно, очень сложно разобраться. Хорошо, но, в принципе, тут больше никого нету. И спокойно будем все это дело исследовать. Видимо, здесь сидели ученые и что-то проводили. Так, растения у нас осыпались. Да, осыпались, значит, уже давненько здесь никого не было. Ох, май гад, жесть. Что происходит? Здесь ничего даже и взять нельзя. А его взять нельзя, а присесть можно. Кресло, пожалуйста. Вот так, официант. Где наш официант? Так, у нас есть какой-то холодильник. Да, холодильник, у нас какие-то баночки. Так, есть у нас журнальчик. А, можно просто присесть. Нет, можно, конечно, насиделись. И давайте продолжим. Довольно большая лаборатория. Так, где можно посмотреть. Какие-то бумажки и какой-то выход есть. Карта к выход. Хорошо, еще один кулер, попьем водички. Так, есть хавчик. Поедим. Еда хорошая, значит, тут давненько, недавно кто-то был. Так, можно кофеек еще. Кофеек у нас, микроволновки довольно много. Какие-то у нас... Это что такое? Это, походу... Даже не знаю, что такое. Какие-то мы эксперименты сделали. Хорошо, что у нас есть еще? Как-то все даже очень странно. Походу, какие-то были звуки. О, спокойно там, походу, аборигишки. Так, зажигалку можно убрать. Он у нас, кажется, не видит. Куда он пропал? Он реально куда-то? А, вот пройдет. Как он пропал, появился в другом месте. А это что-то... Паранормальное. Он подходит к нам. Он заходит в нашу сторону. Это, походу, был ученый. А дверь, походу, не открывается перед ним. Он реально куда-то несуществующий. Перед нами открываются двери, а перед ним не открывается. Интересный, конечно, фактор. Хорошо, эвакуем, разбираемся с ним. А обычная брегешка, в принципе, ничего в нем такого и нету. Вот так, прям головешку. Готово. Заражал так еще. Хорошо, что у нас есть с этой стороны. С той стороны тоже что-то было. Он нас тут завал. А пройти здесь, видимо, нельзя. А двери у нас... Так, секундочку, у нас двери тут нету. Есть какие-то еще записки. Сколько крови. Мне напоминает это, конечно, игру Fear. Там тоже было много крови. И обстановочка практически в один в один. Так, хорошо, мы там, видимо, не пройдем. Уже пойдем, наверное, дальше. У нас есть двери. Ух, спокойно. Так, давай-ка на зажигалку. Там у нас маленький... Писклявает. Сейчас уничтожим. Ох, да, готов. Там есть еще парочка. Они ползут в нашу сторону. Хороший прыжок, и сразу тебя на убой. О, еще один, второй готов. Второй готов, уже трое. Так, ребята, подходим по одному. Так, есть еще. Так, у нас мертвые. Так, секундочку, этот мертвый будет прыгать. Хороший прыжок. Так, куда он делся? А нет, вот наверху он был. Как же не пищать-то? Так, у нас, по идее, тут завал. И, конечно, пройти нельзя бы. Хорошо, у нас больше никто не ползает. Нет, ползает еще один. Так, он готов. Какие-то вроде есть звуки. Хорошо, что у нас тут есть. Какие-то инкубаторы. Здесь у нас были дети. Это реально какие-то эксперименты над детьми. С ума сойти. Найти бы этих ученых, конечно же, и просто их взять. Так, у нас больше тут ничего нету. Да, ничего не взять, больше не взять, а нам нужно как-то пройти дальше. Походу, все-таки придется нам как-то перепнуть через эту. Да, можно пройти здесь. Через этот завальчик можно было пройти. Какие-то есть звуки. Как даже мурашки по телу. Жесть. Так, и что такое? Это мне напоминает, что там... Это дело все подключено к судам. Так, хорошо, исследуем уже и посмотрим, что это такое. Мне довольно интересно. Ох, май га, кого я вижу? Старого доброго друга, друзья. Этот, походу, тот самый чувак, который унес нашего Тимми. Его просто уничтожили, что ли? Это что, карандаши, что ли? Или дротики? Мне кажется, это карандаши, потому что вот лежат карандашики. И, кажется, его просто затыкали карандашом. Жесть. Это было, наверное, очень больно, чувак.
Не завидую, конечно, тебя. И рядом у нас есть рисунок, походу, нашей девочки. Так, хорошо, что у нас есть еще? Ах, мы, походу, покрасились в красный цвет, друзья. Да, все-таки я взял банку краски, я его случайно. У нас еще одна банка краски. Ну, хорошо, мы, в принципе, покрасились. Мы посмотрим, что у нас есть еще тут. Так, у нас там проходик есть. Да, что-то у нас там есть. Ну, хорошо, откроем уже, наверное, вот эту дверь. Так, секундочку, у нас есть рисунок. Рисунок, и снова подписано Меган. Хорошо, мы найдем этот Меган, что у нас интересно там находится. Ну-ка, давай-ка, чувак, откроем эту дверь и посмотрим, что нас там ожидает. Ну, просто без комментариев.